Ну как? Ну, во-первых, мне нравится себя чувствовать нормально. То есть я поэтому не очень-то склонен, там, допустим, там, к алкоголю. Могу, конечно, там, пивка выпить иногда, редко. Или винца какого-нибудь. Но в основном я люблю. Что я люблю? Я люблю бегать, но давно не бегал. Я люблю подтягиваться на перекладине, люблю всякие там физические упражнения. Плюс, ну что еще, плавание, плюс занимался боевыми искусствами. Вот. Иногда могу подубасить по мешку, но вот правда уже последние полгода этого не делал. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, что надо, ну, как-то поддерживать себя в физической форме. Вот и все. Я не могу сказать, что я какой-то спортсмен или там еще что-то. Но если очень понадобится, я свои 5 километров пробегу спокойно и проплыву чуть меньше.